Власти Кыргызстана и Таджикистана завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом заявили в пограничной службе ГКНБ Кыргызстана. Ведомстве также сообщили, что минувшая ночь прошла без инцидентов и перестрелок. В настоящее время продолжается работа совместной комиссии по осмотру приграничных территорий, добавили силовики. Напомню, конфликт на границе начался 28 апреля в районе водозабора Головной. Окончательно о прекращении огня и отводе войск стороны договорились к вечеру 1 мая.